Ну и к другим темам. Новый инсультный центр появится в регионе. Его откроют на базе кардиологического. Решение озвучила аким области. О готовности медиков к переменам узнала Александра Петрова. Открытие нового инсультного центра в регионе – дело насущное, говорят врачи. Болезни системы кровообращения, в том числе ишемия, проблема номер один не только в регионе, но и во всей республике. Например, если в 2018 году было у нас 2636 инсультов, а в 2019 году как бы уменьшилась эта цифра до 2537, в 2018 году умерло 269 пациентов, а в 2019 году 290 от ишемических инсультов. Больше стало, да? Да, больше стало. Вторая причина – оптимизация кардиоцентра из МОНа в многопрофильный. Сегодня он специализируется только на инфарктах. С инсультами пациентов принимают в первой и третьей горбольницах. Но этого недостаточно для нашего региона. А здесь материально-техническая база позволит оказывать помощь на всех этапах. Так же, как сейчас с сердечником. Такие же возможности и ресурсы есть для оказания и неврологическим пациентам с инсультами. То есть тоже от момента диагностики до момента реабилитации. Необходимые ресурсы все есть. Есть клиника диагностическая лаборатория высококлассная, как я сказал, ангиографическая лаборатория, КТ, МРТ и, соответственно, площади достаточные. И хотя все условия для расширения в кардиоцентре есть, когда здесь откроется инсультное отделение и на сколько мест, пока неизвестно. Даже предварительно. Сегодня это только проект. Александра Петрова, Антон Тыщенко, телекомпания.